Координационное совещание в Пинской межрайонной прокуратуре проходит согласно утвержденному плану, но не реже одного раза в полугодие. На повестке актуальные вопросы по борьбе с преступностью и коррупцией на территории города Пинска и района. 14 июня 2017 года в Пинской межрайонной прокуратуре состоялось координационное совещание по борьбе с коррупцией и преступностью при Пинском межрайонном прокуроре. На данном координационном совещании были рассмотрены такие вопросы, как принятие мер по трудоустройству граждан, освобожденных из исправительных учреждений, а также проводимость данной лице профилактической работы, а также был рассмотрен вопрос о результатах проверок соблюдения антикоррупционного законодательства, законодательства о государственных закупках и закупках за счет собственных средств организаций и предприятиями Пинского региона. Во время обсуждения первого вопроса было отмечено, что на территории города и района за 5 месяцев 2017 года ранее судимыми лицами совершено 200 преступлений, а это почти треть от числа всех преступлений, зарегистрированных в регионе за это время. Отсутствие постоянного источника дохода является основным фактором, побуждающим людей к совершению преступлений. Как правило, данной категории лиц совершаются преступления, направленные против собственности граждан. Однако трудоустроить всех лиц не представляется возможным. Трудоустройство таких граждан осложняется тем, что сегодня наниматель испытывает потребность в специалистах и квалифицированных рабочих, тогда как указанные лица зачастую не имеют ни профессии, ни опыта работы. Было принято решение активизировать работу в данном направлении, а также поддержать предприятия индивидуальных предпринимателей региона, предоставляющих рабочие места для трудоустройства граждан, освобожденных из исправительных учреждений. На координационном совещании был рассмотрен вопрос о результатах проверок, проводимых Пинской межрайонной прокуратурой в истекшем периоде 2017 года. Так, непосредственно при проведении проверок устанавливались многочисленные факты нарушения антикоррупционного законодательства, законодательства о государственных закупках. Что касается нарушения антикоррупционного законодательства, то по-прежнему устанавливаются факты формальной работы антикоррупционных комиссий, которые в последующем приводят к тому, что должностными лицами предприятия и организации совершаются коррупционные правонарушения. Нарушения были выявлены в ОАО «Ласицк», ОАО «Пинский мясокомбинат», ОАО «Полесье», филиалах РУП «Бестэнерго», «Пинские электросети» и «Пинские теплосети», а также в других предприятиях. Руководители этих предприятий были приглашены на заседание. В ходе совещания было принято решение организовать дополнительные меры оперативно-тактического, управленческого и профилактического характера, направленные на выявление значимых фактов коррупции на бюджетообразующих предприятиях региона, скрытых завуалированных схем хищения бюджетных средств и государственных собственности. В заключительной части совещания были подведены итоги работы координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией за первое полугодие, а также составлен план работы совещания на второе полугодие 2017 года.